Друзья, спасибо. Это песня, на которой я постоянно срываю голос. Как в 17 лет. Какая-то... Вот такая энергетика, ребят. Надеюсь, вам эта песня срывать голос не будет, потому что ее негде послушать. Я ее не выпускаю. Раз мы уже заговорили... Раз мы уже заговорили о этих вещах, я знаю, в такие моменты, обычно, если выступаешь в Киеве, да или в Одессе, начинаешь говорить о серьезных сердечных вещах, слышишь крики: «Да задолбал ты, давай, братан, продолжаем, продолжаем, давай, давай, давай». Почему-то этих криков нету сейчас. Наверное, вы что-то поняли еще больше. Хотя мне пофиг, я хоть приеду 3 часа, ну мало повзрослел, буду херачить. Мне без разницы. Но порой, когда концерт заканчивается, мы забываем про эту песню. И доносятся слева, справа крики: «Эндорфин!» А я веду все к завершению и думаю: ну какой нахрен сейчас эндорфин? Сейчас прощаться на хорошей ноте надо, а не на эндорфинах. А вот здесь ему самое время. Слышал, что больно, думал на исполне. На общем балконе скрутило пасть, куда? Куда бы зашиться там, где менее людно. А вот как-то мая передавила грудь. Ненавидишь, но безумно пытаешься все вернуть. Растоптали, вывернули, поставили на колени. Почему все именно так? Злой становится добрым, добрым ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, слез и бабочек? И сделал вывод, что это любовь в перемешку с человеческой слабостью. Уже не важно, как она будет выглядеть и какого цвета волосы. Главное, чтобы манеры и характер подходили.
угодили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми сердцами и жизненным опытом. Не спеша начнете строить свой мир с аккуратностью, осторожностью. Возможно, а возможно так и ничего и не случится. Возможно, тот выстрел был для тебя последний контрольный выстрел. И тебе никогда не почувствовать близко то светлое чувство, но и боль встретить нет риска. Значит, и в этом ты найдешь свое звездное. Почему так больно сильно? Почему так?